С 1 февраля в Вологде и области вводится карантин по УРВИ и гриппу. Ограничительные мероприятия начнут действовать в соответствии с постановлением областного правительства. Это связано с высоким уровнем заболеваемости. Эпидпорог превышен в ряде районов, в том числе и областной столицы, где за прошедшую неделю УРВИ заболели 4300 человек. Причем рост идет во всех возрастных группах. Анализ показывает, что за последнюю неделю с 23 по 29 января эпидемиологический порог превышен на 92%. С целью предотвращения ситуации с развитием эпидемии гриппа ограничительные мероприятия предполагают проведение профилактических мероприятий, создание запаса противовирусных препаратов в аптеках, поликлиниках, введение так называемых утренних осмотров, утренних фильтров при посещении детьми образовательных учреждений. В случае, если количество заболевших будет превышать 20% от общего контингента организованного детского коллектива, руководители учреждений принимают решение о выводе этого класса на карантин. Сейчас в областной столице закрыт на карантин один класс в 28-й школе и две группы в детских садах. Еще в 32 группах, где много заболевших, отменены массовые мероприятия. После введения ограничительных мер в садах и школах занятия продолжатся, но будет усилена профилактика. Также, чтобы свести риск заражения к минимуму, детям запретят переходить из класса в класс. Мониторинг эпид-ситуации будет проходить в ежедневном режиме. Постановление о карантине отменят, когда эпидемия пойдет на убыль. Ольга Хрипина, Вологда, Портал.